Мендут, дорогие земляки, мы калмыки, проживающие в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа Югра, выражаем свой протест против назначения исполняющим обязанности главы столицы нашей родины, города Элисты, Трапезникова Дмитрия Викторовича, и назначением сенатором от Республики Калмыкия в Совет Федерации Орлова Алексея Маратовича. Так как считаем, первое, во-первых, во главе города должен быть человек, владеющий обстановкой в городе, понимающий реальные проблемы, наверное, знакомый с местными традициями, культурой и обычаями. Человек с опытом управления, специалист, работа которого имеет известный положительный результат. Мы против неизвестного для нас человека с сомнительной репутацией. Мы против экспериментов на нашем народе и нашем городе, метода проб и ошибок, для политического опыта человека, не решившего ключевых вопросов во время управления ГМР, не признанным тем Донецкой народной. Второе. Орлов Алексей Маратович за два срока нахождения во главе республики показал себя несостоятельным управленцем, политикам, прославившим нашу страну, отчетом перед президентом Путиным о завершении работ вокруг водопровода и его запуске. Многие ключевые проблемы республики за время его управления не решены. Начатые проекты, такие как инженерский мясоперерабатывающий комбинат, не реализованы. Мы считаем, что Орлов не имеет морального права представлять интересы республики Федерации. Ура! Кляны мара.